じゃあ引き続きまして、男子ハイジャンの、防弾ボンダゴネス、ボンダゲレンボさんをご紹介します。記録は2メートル40ということで、優勝されております。では、今日のレースの、印象と、あと日本の来日された印象Пожалуйста, о результате сегодняшнего дня. Плюс впечатление от этого. Результат. Это было для меня удивление. Как бы я хотел прыгать сегодня. Ну, первые соревнования меня чуть-чуть беспокоят ноги. Думал, будет все аккуратно. Ну, то есть по одной попытке все как бы. А получилось, видите, совсем наоборот. По три попытки. Много сил сегодня было потрачено. Поэтому как бы для меня это удивление. После того, как я с третьей попытки 31 прыгнул, я думал, ну, наверное, все, уже приехали. По поводу Японии. Как бы очень приветливые, вежливые люди, все на очень высоком уровне, как бы страна вежливых людей, высоких технологий. Ну, мне очень нравится, меня это поражает, все, и вечером очень как бы красиво и интересно. シーズン最初の大会というのは、非常に微妙なところがあって、注意深く臨みたいというところがあるんですが、今回このような大きな記録、大記録で勝つことができて非常に喜んでいます。3つの続けた高さを3回目の試技でクリアするというふうに大変たくさんの力を使いましたので、そのことで大変疲れてもいますが、大変嬉しいです。実際には、今日これだけの高さが飛べると思っていなかったので、3メートル31を飛んだときに、ああ、もう今日はこれで終わったなというふうに実は感じていました。ですから、自分自身非常に驚いていますし、大変嬉しいです。日本についての印象ですが、皆さん本当に礼儀正しく、また一つ一つのこともとても丁寧で、素晴らしい国だというふうに感動しています。その丁寧さと、ハイテクが同居した非常にユニークな国だと思います。日本のことが非常に気に入っています。すべてのものが非常に綺麗で、何を見ても非常に興味を、惹かれます。では何かご質問がございましたら挙手でスペースワゴンのようなザルバップの質問、最初ここまで出ないというふうに思われてたと思うんですが、今期の目標としては世界記録も視野に入れられてると思うんですけども、どの辺 の時期にどのくらい、というような結果なんでしょうか。Вас расскажи, пожалуйста, о цели этого сезона, включая вот по высоте и, как сказать, и когда это можно реализовывать. Прямо смотрите. Это самое. Как я уже говорил, это два важных самых соревнования. Это Цюрих, чемпионат Европы, и если в нем удачное выступление, то это в Марокко Кубок мира. По результату, это, ну, сложно это все планировать, это спорт, это непредсказуемо, поэтому как бы, главное делать шоу на каждых соревнованиях. По-моему, здесь получилось очень неплохо.8月のヨーロッパ選手権、チューリヒで行われますヨーロッパ選手権です。もしそのヨーロッパ選手権で上位入賞ができれば、その後モロッコで行われるワールドカップに出場したいというふうに考えています。記録についてですが、こればかりはそのスポーツですので、当日の天候やなんて言うんでしょう、いろいろな要素が関わってくるので、それをこういつ頃このようにという目標としては言いにくいんですが、とにかく一回一回の試合で、何でしょう、いいショーができるように、観客の皆さんにも楽しんでいただけるような、そして自分たちも楽しめるような、そういういい試合をしていくことで、それが記録につながっていくというふうに考えています。他にございますでしょうか。世界で2メートル40ジャンパーがたくさん出てるんですけども、そのことについてライバルが多い。
ты относишься к тому, что теперь в мире существует сравнительно много прыгуны, которые прыгают выше, ну, то есть высоты 2,40. Ну, об этом вопрос. Ну, я думаю, что это просто замечательно, потому что, как бы, если был бы так один человек, то это было бы неинтересно особо. Один лидер и все. Как бы, должно быть соперничество. Я думаю, что так будет интереснее всем, и зрителям, и участникам соревнований. Это отлично, это лучше, чем когда есть один заговорочный лидер, который приезжает на соревнования, и все знают, вот он сегодня победит. И какое-то соревнование, какое-то шоу. Это, ну, как бы, это очень намного интереснее, когда 3-4-5 человек прыгают на одном уровне, на высоком уровне. И это дает возможность подобраться к тому же рекорду мира. Это будет всех стимулировать. あの2メートル40を飛ぶジャンパーがたくさんいるという事実はとても素晴らしいことだというふうに考えます、1人のリーダーがいて、必ず、どの試合でも必ずその人が勝つというふうな状態になってしまっては、陸上 の, その試合自体が試合でもなくなるし、その観客にとって面白いショーでもなくなるというふうに考えます、たくさんの3人や5人の、高いレベルの選手が競い合い、そういうライバルがいることで、試合そのものが面白くなり、そのことが、高い記録、そしてひいては世界記録を更新させるようなそういう強い刺激になるというふうに思っています。ありがとうございました。いかがですか。ちょっと確か股関節だったら故障で苦しんだ時期もあったように記憶してるんですが、そこから心身どういうふうに上げていったか教えてください。Если спрашивает, а у тебя были ли травмы? Травмы? Стопы? Нет. Здесь? Да. Это... Ну, на левой ноге, вот левой. Тут, как бы, перед чемпионатом мира в Москве, как бы, начало болеть у меня. Ну, до этого, там, за год, за два еще до Москвы, как бы, были проблемы. Еще в детстве, там, в 2008 году, поэтому, ну, как бы, есть такая проблема. Но после... То есть от этого, как, от этой травмы как восстановил и как сказать? Как? Сначала отдыхал, потом много тренировал именно это место, ну, различные упражнения, как бы растягивания. Ну, то есть, но оно все равно бесследно не проходит, еще чуть-чуть есть. То есть это ничего особого, да? А? Ничего особого. То есть это процесс. Ну, долго, да. その確かに左足の股関節を、痛めた、これは世界選手、モスクワの世界選手権前だったんですが、あ、一緒、ドーマスクブイ、モスクワの世界選手権の前だったんですが、もちろんそれを十分に治療をして、十分な休養を取り、そしてその後、必要な、その部分をケアするような、例えばストレッチであるとかエクササイズを増やすことによってそれを克服しました、ですから時間はかかったんですが そういう怪我から、怪我を克服して、まあ、このレベルに帰ってきたということ自体はそのあまり、特別なことではないというふうに考えています。よろしくお願いします。はい、どうぞ。今日一緒に競ったウホフ選手の存在というのはどんな存在なのか、Вопрос такой. Вот. Существует Иван Ухов. Это о чем, что можно сказать? Но вот с добавлением, я думаю, что это даже не надо, но сейчас между вашими сторонами идет большой конфликт. Но это влияет на, как сказать, на вашу дружбу и соперничество? Никак это не влияет. Мы как, ну, никакой разницы нет. Мы как в секторе соревновались, как помимо сектора общались, как бы изменений абсолютно никаких нет. Хорошо. Има, Россия и Украина という国の間で、緊張関係が続いていますが、そのことがその自分たちのスポーツに何か影響を与えるということは全くありません。
もちろんその試合になればお互いライバル同士ですが、試合を離れた部分では非常に仲良くしていますし、そういう政治問題が私たちのスポーツに影響を与えることはないというふうに考えています。はい、あなた自身の技術的なところで、助走踏み切りクリアランスのどれを一番重視されているのかと、その理由は何なのか教えてください。私はチェフニケシュトイエスチアスオーバヤチェフニエスみんなお尻に答えてる。私はプリジョーク、私どうやったばいい。Разбег там? Разбег и прыжок, и потом клиранс. Переход? Да, переход. А это, то есть, в какой части у тебя особое, если сравнить с другими? Если ты обращаешь больше внимания? Как бы, я стараюсь обращать внимание, самое большое, это на отталкивание. Меня всегда беспокоит стопа. Как бы практически в любых соревнованиях, когда больше, когда меньше. И поэтому самый главный акцент это на отталкивание, чтобы было не так больно, чтобы сделать правильно. А так, по поводу техники, я думаю, что я особо не техничный. И особенно сегодняшние соревнования для меня были как, ну знаете, как на велосипеде 15 лет не ездил, сел на велосипед и поехал. То есть, ну, очень сложно мне было сегодня. В техническом плане, потому что вот после прошлого сезона до сегодняшнего дня я шиповки одевал один раз. То есть, ну, и это не потому, что это просто не было возможности физически и здоровья, как бы вот так. Ты сказал 15 лет, да? Ну, примерно, я хорошо. テクニックというか跳躍の全ての部分でどこに一番、自分が注意を払っているかというと踏み切りです。踏み切りの足にちょっと、まあ、問題があって、そこが、まあ、痛くならないように問題が起きないようにできるだけそれが痛まないように踏み切ることに心がけています。でその他の点に関しては自分は別にその技術的に何かその秀でたものがあるというふうには考えていません。今日 の, その試合について言うと皆さんに想像していただきたいんですが、15年間自転車に乗っていなかった人間が、15年後初めて自転車に乗るようなそういう大会だったというふうに考えてください。昨年のシーズンが終わってから今日の大会までにスパイクを履いたことが1回しかありませんでした。でその、まあ、どうしてそうかというと、まあ、結局自分の健康状態やその準備練習の段階が結局それに見合わなかったということなんですが、そのくらい今日はその非常に、まあ、難しい大会だったというふうに、思ってください。いや最後に思います、はい、最後に去年のダイヤモンドリーグでの